Дорогие и любимые петербуржцы, мы к вам едем, завтра будем у вас играть спектакль в ДК Ленинградской области, это бывший ДК Горького, «Квартетник» называется спектакль. Вот, нам всегда с вами хорошо, мне кажется, и вам с нами тоже хорошо, так что приходите и будем отогреваться. В 7 часов начало спектакля, до завтра.